Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. А перед просмотром данного ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. А также, кто желает, можете оформить спонсорскую подписку на канал. А сегодня у нас 19 октября 2020 год, московское время 15:39. И сегодня я вам хотел рассказать, как фирменно загрузочная флешка Windows 10 можно сделать своими руками и совершенно бесплатно. Как? Сегодня я покажу вам, как создать загрузочную флешку для установки Windows 10, полностью повторяющий лицензионный загрузочный носитель от Microsoft, совмещаясь с 32 и 64 разрядной битной версией. Вам понадобится чистая флешка, накопитель или диск емкостью 8 ГБ, около 16 ГБ свободного места на жестком диске компьютера и доступ к сети интернет. Все описанные далее действия я проводил на старой лицензионной флешке от Windows 10, где находился давно устаревший дистрибутив. Как снять защиту от записи с таких накопителей, можно почитать тут. Там ссылочка есть. Создание загрузочной флешки с Windows 10 с помощью программы Media Creator Tool. Этот способ рекомендуется самой компанией Microsoft и является самым простым и правильным вариантом создания установочной флешки, который подойдет большинству пользователей Windows. Для запуска программ Media Creator Tools требуется Windows 7 или новее. Скачать программу можно с официального сайта Microsoft, прямая ссылка есть. Ну, то есть, можно зайти в Media Creator Tools, название вот это ввести, да и все. Вот название ее ввели, да и все. Вот так, дальше. Заодно приведу ссылку на страничку Microsoft Community с подробной инструкцией, где содержится еще несколько вариантов. Как создать загрузочную флешку накопителя Windows 10. Здесь вот ссылочка есть. Просто скачиваете Manage Creator Tools. В браузере вводите, там на официальный сайт заходите, запускаете скачанный файл, ждем некоторое время и принимаем лицензионное соглашение. Прямо на самой странице официального сайта. Заходите в Media Creator Tools, на официальный сайт, установить Windows 10. Вот такая программа установки Windows 10 вас будет приветствовать. Вот такая вот. Выбирайте создать установочный носитель, USB устройство, флеш, память, DVD, диск. На то, что вы хотите установить. Что вы хотите сделать? Обновить этот компьютер, создать установочный носитель, USB устройство, флеш память, DVD диск или ISO файл образ. Далее следует указать параметры в будущей установочной флешке. Фирменный носитель от Microsoft из лицензионного комплекта предлагает выбрать разрядную систему при установке 32-битной или 64-битной. Чтобы сделать так же, снимите галочку «Использовать рекомендуемый параметр для этого компьютера». И в выпадающем списке выбрите архитектуру, укажите вариант оба. Некоторые замечания по выбору разрядности операционной системы при установке. На 32-разрядную процессор нельзя установить 4-битную систему, а вот наоборот можно. 32-битная система не увидит больше 4 гигабайт оперативной памяти, а 64-битная система следует установить только если обе оперативной памяти превышают объем оперативной памяти превышает 4 гигабайта. Далее программа самостоятельно скачивает все необходимые файлы, соответствующие последней официальной сборке Windows 10. Для этого требуется не менее 16 гигабайт свободного пространства на жестком диске, желательно 20 гигабайт. Компьютер и запишет образ системы на флеш-накопитель. Загрузка Windows 10, то есть образ будет загружаться. Создание носителя пойдет потом. Процесс может занять довольно продолжительное время в зависимости от скорости интернет-соединения и скоростных возможностей записи вашей флешки. То есть чем быстрее интернет и сама флешка, тем быстрее она это будет сделается. Соответственно, на этом все. Загрузочная флешка с Windows 10 готова. Подписывайтесь на канал, ребята, кому это видео было интересно. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. И до скорого, ребята. Стрим начнется через час, может быть, через полтора часа. Все зависит от того, сколько вы лукасов поставите, ребят. Делайте репосты, не забывайте. Друзьям, знакомым посоветуйте. А в ближайшем будущем я вам покажу, как это сделать на практике. То есть, если вы хотите, чтобы я показал вам это на практике, я это покажу. Набираем максимальное количество лукасов, допустим, 50 лукасов набираем, и я это показываю на практике. Всем спасибо, ребят, за просмотр, и до скорого.